Привет. Всем привет! Последние деньки лета. Мы решили заскочить в последний вагон лета и съездить на море. В общем, едем в солнечную Анапу. Ну, в Анапу мы приехали по делам. Сейчас ждем Лешу. Вот в таком вот парке. Я даже не знаю, где мы сейчас находимся. Где этот парк? Где-то на окраине Анапы. А потом поедем в Большой Утриш, там поплаваем. Мы взяли с собой Микушечку, вон она. Потом поедем в Большой Утриш, взяли с собой зонтики, там поплаваем. В общем, последние дни лета проведем на море. Второй раз будем плавать в море в этом году. Пока ждем Лешу, развлекаемся как можем. Ника обожает башишечку. Ника, не нашла? Иди. Давай, иди. Ника, иди. Ника очень обожает грызть шишечки. Прям очень. Они такие вкусные, аппетитные. Кто-то в Анапу приезжает на море плавать, а мы шишечки погрызть. Очень вкусненько. Вот Мике уже 10 лет скоро, а она все равно как щеночек. Кстати, очень часто люди спрашивают, сколько ей лет. Мы, когда узнают, сколько ей лет, все удивляются, потому что все думают, что она щеночек. На. Такая смешная. 9 лет. Да ей скоро уже 10, Максик. Ну, через полгода. Да, ай, блин, укололась. Об иголке укололась головой. Кто это там выглядывает? Мика, на. Все, теперь едем в Большой Утриш плавать. А вот так выглядят молодые районы Анапы. Многоквартирные высоченные дома и пока еще нет деревьев. Но здесь уже есть. Наверное. Здесь уже сразу и парк засадили деревьями. Вырастут. Жилой комплекс Горгипия. Море красивое. Остановимся? Не, не надо, поехали. Есть хочется. А, точно. Готова идти на море.
О, матрас нужен? Если нужен будет, сходим, наверное, за ним. Нужен матрас? Ну, пока не нужен. Если... Осетинский пирог в Магните. В Магните в Анапе. В Магните в Ашане. Вкусные пироги, выпечка классная. Приехали на ту же парковку, 500 рублей въезд на сутки, по-моему, или на день. В общем, и тут я посмотрела на пляж, на главный пляж, наверное, и поняла, почему мы все лето не приезжали на море. Ну, а на диком пляже тут, конечно, это уже получше. Вот. Но все равно не... Мика, иди сюда! Выдает. Помнишь, как она? Да, она такая может прыгнуть кому-то на голову. Мик, пошли. Идем на наше место. Леша с Максом ныряют. Тут очень прозрачная вода, очень теплая. Несмотря на то, что сейчас сезон, вода очень прозрачная. А я немножко окунулась и вернулась, хочу покушать. Я окунулась без маски. И сейчас буду... Сейчас покушать, тоже буду нырять. Возьму с собой подводную камеру и сниму видео. Микушечка ныряла без маски. Лёша поплыл. Микушечка наплавалась, обсыхает. Микушечка, вытирайся. Вытирайся. Пока Лёша изучает морское дно, мы решили изучить вид сверху. Поднялись на гору. Фух, Микушечка пошла с нами. Будь здоров. Мика! Опасно так. Ой, какие виды здесь классно открываются. А вон там Лёша. Сейчас он помашет ручкой. Вот это наш зонтик, а вот это Лёша. Где-то здесь. Вот он, Лёша. Как же здесь красиво, ребят. Просто невероятные виды открываются. Очень интересные растения, но это заповедная зона.
Здесь есть очень много краснокнижных растений. Тут, кстати, был пожар где-то в этом заповеднике. И здесь, именно в этом месте, классно с маской отдыхать. Леша машет. Ой, Микочка, так опасно ты тут бегаешь, прям не могу. Так страшно. Очень красиво. Сейчас еще предзакатное время. Свет так ложится красиво. В общем, здесь дно очень интересное. Сюда нужно приезжать с масками. Изучать его, на рыбок смотреть. И также вот можно подняться. Жалко, здесь палатку нельзя ставить, потому что здесь заповедная зона. Здесь бы шикарно палаточка стала. Вон Леша ныряет, изучает дно морское. Был пожар, я догадываюсь почему. Мы уже нагулялись, вернулись. Алёша все изучает морское дно. Ника пошла в третий раз плавать. Ты пойдешь в третий раз плавать? Домой? А я наслаждаюсь. Мне не хочется домой, кайфово там. Прекрасная погода, прекрасное море. Прекрасный большой утриш или утриш, как правильно. Ага, чайка прилетела, приземлилась там, и камни прям посыпались на людей. А они шашлыки жарят. Опа. О, им она им опять на шашлыки, чтобы не кидались в нее камнями. На этом наш отдых подходит к концу. На этом вам всем всего доброго, всего хорошего. Пока!